Доброго времени суток. Я благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сегодня яркая солнечная погода. У меня прекрасное настроение. Я у моря, у прозрачного. Смотрите, какая прелесть. Что человеку еще надо? Здорово и хорошо. Сейчас больше 20 градусов тепла. Вышла с утра прогуляться. Так что у кого там дожди, снега. Кстати, где-то град там выпал. В интернете видела. У нас хорошо. Лето вообще замечательное в этом году. Даже если с тем сравнивать, то оно какое-то аномальное. Мало того, что жара даже доходила до 37 градусов, что в этих местах большая редкость. Прямо, наверное, лет 50 такое только может быть. И вот в этом году было. Какая я у вас сегодня звездочка. К моим шуткам вы уже привыкли. Не звездочка, а звезда. Морская. Здесь ветерок небольшой. Гуляю у Амурского залива. Большой вам всем привет. Огромная благодарность за то, что подписались на канал. За то, что пишите комментарии. Сегодня хочу просто себя показать. И море. Девушка и море. Или женщина и море. Кому как нравится. Как вы мне пишете. Вот этот вот не вокзал, вторая речка, станция, вторая речка. Так потом напишите. Не девушка, а женщина. Так что кому как нравится. Кому женщина, кому девушка. Ладно, открою свои честные глаза. Сегодня у меня такое игривое, хорошее настроение, как и погода. Хочу вас зарядить позитивом, так что почаще улыбайтесь, господа. Всех благ